Беркут, я 23-й. Говори, блядь! От меня слева, получается, как мы заехали, получается, справа. Алло! Да, блядь! Машина проехала, не увидели там машины или техника, и два человека срочно, по гражданке. Да валите всех нахуй там, ебаный в рот, блядь! Я понял. Тут чего вся деревня в гражданке. Ебы, блядь? Едет гражданская нахуй, расход, блядь! Да, понял. Свои, блядь. Скажи, пожалуйста, ты же уехал без цепочек. Цепочки, которые на тебе, это все солдат? Да, это где нашел, где-то снял. У нас машину взорвали, короче. Сейчас без машины, без боевой. Ты жив, все нормально, ничего не ранено? Там вот рядом, которые с нами были, пацаны, там у них есть 300-е. Ну, 300-е, это которые ранения, там, ноги, руки. Я так смотрю, вот эта война так много покалечила людей, не сколько убитых, сколько без рук, без ног. Вот смотришь по телевизору, смотришь по интернету, елки-палки. В основном руки-ноги. Это осколочные, да, вот такие вот? Да. У нас вчера вот с нами там были осколки прилетали, мы успели. Тут если убивает, нам, я вот видел нашего командира роты, замкомандира, просто прилетело смертельно в окоп нахуй, просто попало, она разорвала. И загрузили просто в пакет, мы видели, ну чё, там уже все. Мы вот сейчас стоим в обороне, потому что нас народа мало, чтобы идти на ступени. Они ходят на ступени, но вроде там наши тоже впереди чуть-чуть, которые нас отбивают, атаки вроде держатся. Конфай край этой войны не будет, это точно. Да, это вроде говорят, если зимы не угомонятся, то это будет пиздец. Уже все жители, кто местные остались, у них ни газа, да ничего, что, ни еды, ничего. Но мало того, местные. А сколько наших потом еще, сколько будет, и сколько таких молодых парней, как вы, будете помирать? За что? За то, что просто границы оборонять, то, что в нашу Россию не полезли? Да тут все равно и так тоже много кто приходит, кто первый бой видит, там какой-нибудь много отказников, как бы есть, ну, возможность отказаться, потому что, как бы, ну, вроде как бы и контрактники, и добровольцы, но есть, как бы, возможность отказаться, чтобы, ну, типа, чтобы куда-то перейти на помягче режим. Потому что как бы много кто увидит это на самом деле, то есть понимаешь, что это ни хуй, ни шутки точно как бы. Телевизор не смотрит новости, лишний раз не расстраивается, не знает, что там творится. Там много потерь, как бы вам там по телевизору не расскажут, правда. Естественно, не покажут. Ну, кому это надо, блядь, народ начнет бортовать тогда. Там слышал недавно, хуйня это была. Вот, короче, наш разведбат во главе с комбатом, короче, 55-ку там разъебли. Короче, там тувинец напился, нахуй. По этому Аглиеву хуярить начал с автомата. Тут батальон к бою отправил, нахуй. Они на бэттери приехали, нахуй. Там троих за 300 или нахуй. Или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили, нахуй. Сказал, извиняйтесь, пидор, пока мы вас не расхуярили, короче. Ну, вот такая вот хуйня. И, короче, это... И этого долбоеба, который стрелял тувинцев, вот там лет 15 хотят закрыть.